Привет всем любителям драм. Предлагаю прослушать обзор к турецкому сериалу «Пуля». Но для начала подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Для вас это пару секунд, а для нас огромная поддержка. В первых сериях турецкого сериала «Пуля» зритель получает возможность несколько ближе познакомиться с главным героем картины, Арханом Куршуном, прообразом которого выступает прокурор Стамбула Марлон Кемаль, известный личными идеалистическими принципами. Герой сериала, выросший на преступных улицах Стамбула, стремится избавить родной город от мафии, кровавая паутина которой опутала сетями практически весь турецкий мир. Архан Кушнур является идеальным борцом за правду и закон, однако все чаще появляются доказательства некоторой двойственности молодого прокурора. В стремлении искоренить преступность, он не чурается сам приступать закон, избивая и убивая тех, кто был заподозрен в незаконных деяниях. Действие сериала разворачивается как на улицах Стамбула, так и в подземном сердце города, метрополитене, ставшем своеобразным оплотом преступного мира. Непосредственный прототип Куршуна – Марлон Кемаль. В 70-х годах 20 века этот невероятно яркий человек получил прозвище «Дневной прокурор», «Ночной волк», и это отражало действительность. В часы дня он вел непрерывную борьбу с преступностью, переходя в ночное время на другую сторону баррикады, превращаясь в жестокого игрока, заложника азартных игр. Трагическая судьба, удивительная жизнь и борьба Марлона Кемаля ярко представлена в сериале «Пуля», насладиться которым может каждый. Актеры Энгин Алтан, Бурчин Терзиоглу, Берак Тюзюнатач, Сарпак Кая и другие.